Всем привет! Сегодня у нас будет битва гильдий. Сегодня у нас опять будет состав девочек. Вот такой вот стрелок с каменкой. Взял его в топорик потестировать утекание рунами. Плюс авиар. Валька оживаремка рунами. Плюс карасик в кубке. Фрея утекание бастион. Топор плюс Драко, заклинательница с ангелом, собрана на деф. Седна вот такая, с оживой. Ну и, конечно, хит сегодняшней битвы гильдии будет новый Атлантик с бегом, ремка рунами, с карасем. Артефактами меч молнии будет стоять. В снаряжении у него стоит ослеплялка со звездями. Он заточен у меня пока на жизнь. Ну что, поехали. Так, трахозавры 430-427. Тут бить некого. Тут тоже некого бить. И кровь дракона. Окей. Побежали страхозавров. Начнем. Дырочки. Топовые расстановки, конечно, у топов. Ничего не скажешь. Ну, давайте тут начнем. Сначала так, заходик. Со стрелка. Спамим юнитами. Подальше, чтобы некрос нас не бил. Можно меньше спама, в принципе, кидать. Так, опасно. Сделаем перезаход. Давайте попробуем так вот всех сюда сейчас кинуть. Что с этого получится, не знаю, конечно. Нас сольют, скорее всего, да. Ладно, давайте через Рину попробуем. Вот Рина выманивается аж сюда. Плохо, это плохо для такой расстановки. Печально. Так, нашего Атлантика слили. Плохо, что не выражаю, видите? Фрейя бьет Анубиса, это очень плохо. Вытаскиваем стрелка, выкидываем всех. И по чуть-чуть спамим. Не хочет. Так, Бигфута слили. Меня больше интересует вот все. Теперь, в принципе, нормально. Сейчас мы постепенно их всех просто снесем. Без проблем. Ну, как видите, Атлант очень много решает против Некроса. Так, первый готов. Смотрим второго топа. Так, что тут у нас наверху стрелок? Можно через верх, в принципе, пробовать заходить.
слить стрелка, чтобы он не мешал больше. Там еще и Рину есть. Опять Седна Анубиса бьет. В принципе, кого ей еще бить? Все, у нас остался один Ронин. Но думаю, Ронин нам тут особо ничего не сделает. Очень много целей. Так, есть. Окей. Ну, побежали. Кровь дракона. Кстати, кривая расстановка сливается очень просто минусом. Так, что тут у нас стоит? Есть Фрейя. Но я смотрю, можно и тотема понаходить. Окей. Так, ну тут мы сейчас заюзаем Атланта сразу, чтобы слить Некроса. Некроса и Афину. Смотрю, Афина заряжает. Это очень хорошо, значит они первыми сейчас сольются. Вот так вот делаем. Некрос. Раз, Афина 2, ну все, до свидания, и Седна 3. Так, выкидываем, ой-ой-ой-ой-ой, немножко не оттуда зашел. Пробуем еще раз, зарядила. Давай еще разок. Не успели. Атлантик бегает очень быстро. Так, вот раз. Давайте, друзья, давайте, давайте, давайте. Вот так вот, хорошо. А тут выкидываем. Теперь у нас осталось там только вражеская. Вот у нас Атлантик оживился. Осталось только вражеская Седна. Думаю, мы сейчас ее затащим. Должны, по крайней мере. Все есть. Ну, вот такая вот расстановка. Ничего сложного нету, если у вас есть Атлант и видите, что нету буковок, то есть он сразу подбежит к цели и включится без проблем. Вы сольете половину героев. Так, есть. Кто там у нас следующий? Та же самая история. Дырочник все любят. Так, что тут у нас хранитель? Давайте попробуем Атлантика сразу запустить. Думаю, тут в принципе и без Атлантика и так герои справятся. Так, одержимый улетел. У нас там остался стрелок и еще кто-то. Давайте где-то отсюда зайдем. Я не знаю, конечно, что это за расстановка такая, что юниты стоят вообще на краю. Вот оживился наш Атлантик. Хранитель убился. Сейчас и стрелок убьется об него. Все. Расстановка пройдена. Девочки, как всегда, трешуют. Ну и третья расстановочка. Так, стрелок. Ворожай тут, Рину тут. Ну, тут будет, думаю, поинтереснее, я надеюсь. Так, пробуем. Конечно, он вряд ли добежит, не успеет. Да, видите, а, тут у нас еще тотем с Аресом стоит, хорошо. Не вопрос.
Значит, сейчас побежим вот так вот с Фрейя, начиная. Так, Атлантик оживился, включился. Самое главное не набрать много... Ай, спам не посмотрел. Надо было. Перезайдем. Давайте все-таки снизу зайдем, попробуем. Снизу тяжеловато зайти. Окей, зайдем сбоку. Вот Атлант включился. Да, Атлант включился, только непонятно, кого там Некрос бьет. Такое Месилово. Месилово жесткое было. Ну, как видите, без проблем. Вот и все. 4721. Много мы очков не набили. Вот такая вот битва гильдий с Атлантиком. В принципе, неплохая вещь. Если у вас есть возможность его прокачать, можно взять ремочного сразу сделать, либо живо плюс ремка. Я сделал с бегом, не с бегом. Он как-то более нравится, он быстро добегает. И включается намного лучше, тем более есть седна, которая может его поднять. Такая вот Валентина у нас была, Фрейя. Вот такой вот составчик. Все, пишите комментарии, как вам такое прохождение. Пишите, кем вы хотите, чтобы я прошел. Вариантов, возможностей много. Честно говоря, я уже не знаю, кем проходить. Посмотрим, кто будет на следующей битве гильдий. И тогда уже потрешуем. Сегодня у нас вот такой вот был герой. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.